Здравия желаем, дорогие друзья. Я много изучал военную историю и каждый раз сталкивался с следующим феноменом. На нас нападают, когда мы максимально расслаблены, и в ходе новых войн, ценой больших жертв, крови, напряжения всех сил народа, у нас рождается новая могучая армия, как феникс из пепла. Наша миссия сейчас, всех вместе, всего народа, создать новую, более эффективную армию России, которая нас спасет. Мы тот маленький кристаллик, один из множества, из которых эта армия будет расти. Каждый на своем месте делает, что может, все вместе делаем, что можем вместе. Дело в том, что два человека – это не вдвое больше, чем один. Один человек большое бревно никогда не поднимет, а двое потихонечку могут тысячу бревен перетаскать. Поэтому, когда в одном месте собираются много единомышленников, объединенных общей целью служения, не наживы, не какого-то идиотизма, а вот именно служение отчизне и веру в Бога, то их возможности удесятеряются. Война – это дело Божие, это суд Божий над людьми за грехи его, и чтобы ходатайствовать перед Богом, за нас грешных, чтобы вымолить нам победу. Нам нужны воины Христовы. Не только мы, которые оружием повергаем противника, но и священники, которые молитвой повергают духов злобы поднебесной. И я надеюсь, что в каждом подразделении будет по священнику. Пока у нас есть, Бог послал нам очень хорошего батюшку, батюшку Даниила. И батюшка Даниил, по старому благочестивому обычаю, когда священник находится в подразделении, он не бездельничает, как некоторые думают, а все время, пока не молится о воинах, разделяет с ними их тяготы, лишения и труды. Когда есть раненые, священник оказывает им медицинскую помощь. Благо, батюшка Даниил прошел наши курсы тактической медицины и побучен в этом отношении. А пока раненых нет, наш батюшка подвязается в трудах праведных, готовит пропитание для наших воинов. Благо, он имеет опыт большой руководство монастырской столовой, и сейчас он руководит нашей кухней, налаживает воинам питание, полезное для тела и для души. То есть соблюдением православных канонов готовится пища, и в то же время максимально здоровая, сытная и питательная. Расскажите, пожалуйста, в нескольких словах, батюшка, как вы собрались к нам прийти, как пришли, разочарования, если были какие-либо, какое впечатление от подразделения. Само собой, координаты подразделения, позывные бойцов, адреса командиров их семей называть не нужно. Ну что хочу сказать, что я бы хотел просто зачитать для начала о своей мотивации. Я сейчас читаю книгу интересную, «Дневник полкового священника», написанный протоиереем Митрофаном Серебрянским, преподобным исповедником нашей церкви. Там и замечательные слова в самом начале. 5:30 утра. Пора на вокзал. Играет полковая музыка. Садники, други, в поход собирайтесь. И так наступила минута бросить все родное, что так любил, для чего тратил силы, семью, жену, родителей, родных, духовных детей, церковь, школу, дом, библиотеку. Ох, Боже мой, как тяжело. Болью в сердце отозвался призыв бросить все и всех и идти в путь далекий на войну. Да если бы не святые принципы, вера, царь и дорогая Родина, и не крепкая вера в них, то трудно было бы справиться с собой. Только сознание, что мы идем защищать эту душу русской жизни и ради именно этого жертвуем всем, одушевляет нас, и мы бодримся, справляемся с собой». Вот стараемся использовать все во славу Божию на пользу любезного Отечества, чтобы преодолеть ту силу вражи, которая ополчилась на нашу Родину, и прекратить эту бойню, вот, победив ненавистных нам врагов, которые усиливаются уничтожить нашу государственность, нашу культуру, нашу веру. И, надеюсь, с Божьей помощью мы обязательно этого достигнем.
Сейчас мы находимся в медслужбе подразделения. Точнее, если быть точным, у нас, как и положено в каждой хорошей больнице, есть три отдельные друг от друга зоны. Приемный кабинет, он же при необходимости, операционная и так далее. Склад медикаментов и палата для пациентов, она же комната восстановительной терапии, профилактики и так далее. Вся концепция построения нашей медслужбы в данный момент впитала весь наш опыт предыдущих войн. А именно, помимо того, что, естественно, создан обширнейший запас медикаментов, некоторые из них вы сможете увидеть здесь, большая часть стоится на складе, часть раздана личному составу на руки, личный состав обучен применению, ну, в зависимости от функционала медикаментов тех или иных. Помимо, повторюсь, медикаментов, которые используются для лечения возникших уже острых состояний, мы все время чтим слова великого нашего военного хирурга Николая Ивановича Пирогова, который сказал: будущее принадлежит медицине предупредительной. Ребята, есть такая фраза: традиция – это передача огня, а не поклонение пеплу. Многие говорят: Пирогов, Пирогов, но кроме того, что вешают цитаты его, ничего не делают. Мы тщательно его наследие изучаем, так вот, и всячески внедряем в войну, в чем-то, в частности, идущую сейчас. Я о чем? По поводу подготовки людей к боевым действиям. Во-первых, у нас имеется запас медикаментов, самый обширный, сбалансированный, витаминов, которые бойцы получают каждый, выданы всем бойцам и контролируются периодическими службами. Впрочем, бойцы люди сознательные, сами пьют, чтобы организм их получал большой запас витаминов, позволяющий им успешно перенести самые тяжелые тренировочные боевые нагрузки. Во-вторых, у нас имеется серьезный запас адаптогенов, и бойцы их тоже получают. Когда они тренируются на пределе человеческих сил, когда они мерзнут, мокнут, неделями живут в снегу, эти медикаменты позволяют им сохранить здоровье, высокую боеспособность и кардинально повысить свои боевые навыки, возможности. Помимо этого, у нас имеется целый ряд других препаратов, которые мы дифференцированно даем бойцам. Например, витамин С в больших дозах, другие адаптогены. То есть, в зависимости от того, каковы природные условия, каковы нагрузки, какие задачи, мы смотрим, бойцы получают на руки лекарства, которые применяют в ходе боевых задач, бойцы постоянно обучаются. Скажу, что в курсе, который мы ведем, помимо базового курса тактической медицины, известного нашей по всей стране, от нашего проекта «Технологии выживания. Тактическая медицина», люди получают продвинутый курс медицинской подготовки, люди получают занятия по полевой терапии, люди получают занятия по полевой реанимации у ведущих специалистов, реаниматологов с обширным боевым опытом. То есть мы готовим людей к тому, чтобы каждый в сложной ситуации имел знания, навыки, был уверен в своей работе, мог спасти жизнь свою и своего боевого товарища. Здесь у нас оборудована палата для заболевших на 4 койко-места, чтобы людям было удобно хворать. Во всяком случае, если болеешь, так делать это с комфортом. Даже вот такие маленькие столики купили. То есть, когда человеку нужно поработать на компьютере, написать что-то, лежишь в кровати, сел так, чтобы спинкой опираться, а столик поставил. Я когда, помню, болел, у меня нога была повреждена, очень удобно этот столик зашел. Ну и разделили палату на две зоны, видите, чтобы те, которые люди лежат в кроватях, и те, которые стали чайку попить, еще что-нибудь, друг другу не мешали. Но самое главное, конечно, другое. Как я уже сказал, будущее принадлежит медицине предупредительной. Людям для того, чтобы выносить тяжелые физические нагрузки, нужно после них хорошо реабилитироваться. Соответственно, приобрели вот такие замечательные массажеры. Садишься, ноги туда, и он в разных режимах массирует тебе голени, стопы, те места, на которые наибольшая нагрузка при марше. Но это еще не все. Приобрели вот такие замечательные шлифмашинки. Один массажер, но несколько шлифмашинок. Шлифмашинки оказались эффективнее для наших воинов. Массажер – это для нежных каких-то там, блин. А шлифмашинка для настоящих мужчин. Включаешь и водишь по телу. Глубоко прорабатывают разные мышцы, выжимают молочную кислоту, недокисленную, вызывает приток крови, очень быстро восстанавливаешься и можешь опять работать. Отвечая на ваш вопрос, там, что меня здесь удивило, это вообще заинтересованность командования, подразделения в организации духовной, религиозной жизни своих подчиненных. Безусловно, это, конечно, их ответ на запрос со стороны самих военнослужащих, но надо отдать должное само командование. Меня поразило своим благочестием в лице командира, особенно что впечатляет его выдержка. Несмотря порой на какие-то сложные эмоциональные ситуации, он всегда очень сдержан и всегда сам является примером для своих подчиненных, ну и других вдохновляет. И это меня тоже очень воодушевляет.
И вот они усердием своим соорудили вот это вот помещение для организации здесь религиозной жизни и совершения богослужений. Вот. И вот здесь мы пытаемся организовать некое такое подобие полевого храма, ну не подобие, а полевой храм, в котором бы хотели совершать службу. Война, поле боя – это суд Божий над человеком за его поступки, это служение Богу. Иногда бывает, когда острая ситуация, скажешь не то слово, но этого надо избегать. Лучше молиться Богу, от него победа, как Александр Васильевич Суворов сказал. А что сказал батюшка про веру? Так вот, есть такой Алексей Толстой у нас, он стихи писал, поэмы об защите Троицы Сергиевой Лавры, которая выстояла против польского войска, и с этого момента началось освобождение русской земли. О монахах, о священниках, о защитниках Сергиевой Лавры. Не раз они пред битвою, презрев ночной покой, смиренною молитвою встречали день золотой. Не раз, сверкая взорами, они в глубокий ров сбивали шестоперами литовских удальцов. Глядят на них с любовью, святых ликует хор. Они своею кровью Литве дадут отпор. Хорошее стихотворение. На нас сейчас напало 52 страны мира. 22 было при Наполеоне, 22 было при Гитлере, под два десятка было при польских мразях. И теперь опять пришли, но уже 52. Без Божьей помощи такую сатанинскую ораву не одолеть. Братья, будем молиться Богу, будем крепить свои воинские навыки, будем повергать врагов Отечества. Только убивая их, мы можем спасти нашу землю, наших детей, нашу святую веру, от браков с животными, от гей-парадов, от всей той сатанинской мерзости, которая сейчас вырвалась из ада, заполнила Запад и оттуда перехлёстывается к нам. Каждому вурдалаку осиновый кол в могилу. Подписать на руинах Вашингтона безоговорочную капитуляцию. Вот наша национальная идея. Понадобится воевать 20 лет. Будем воевать 20. Понадобится 50. Дети наши закончат эту войну в руинах их столиц. Итак, дорогие мои, мы уже с вами отрабатывали, я думаю, все сделать аккуратно, четко, без суеты, но уже и не замедленно. Действия свои в случае ранения в ногу под огнем нахождения ваши вы все помните, правильно? Огонь оттуда, у каждого ранено левое бедро. Работаем. Весь алгоритм помощи полностью. Жгут, обезбол, перевязка. Завязываем, завязываем. 18 секунд на отлично. Чтобы прерывать кровотечение, нужно уложиться. Ок, кто завязал, молодцы. Остальные поторапливаемся. Работаем дальше. Весь алгоритм помощи. Когда какие-то проблемы, например, вот из кармана не можешь достать, это очень хорошо. Лучше пусть проблемы будут здесь, чем на поле боя, когда будешь ранен. Все недостатки в снаряжении, экипировке, обмундировании выявляются на тренировках. Только так можно остаться живым. Когда мы отбор делали, я специально написал, те, кто за деньгами, те, кто из-за денег, пожалуйста, не пишите, не приходите. К нам пришли люди, которые не за деньгами. Которые пришли для того, чтобы остались живы жены, дети, их и всех нас, которые пришли с собой заслонить все мирное население нашей страны. И ребята охотно тратят свое жалование на снаряжение, экипировку, обмундирование. Они растут прямо на глазах. Вот сейчас было построение, этот момент отмечают многие. Это прекрасно. Из вчерашних юнцов превратиться в мужчин. Выживает подготовлен, это не то слово. Подготовка упорная, тщательная, кропотливая – это основа выживания и победы в бою. К огромному сожалению, у нас нет возможности тренировать медицину так часто и много, как мне хотелось бы, по простой причине. Медицина, она обеспечивающая, но не основная специальность. Людям нужно учить тактику, огневую подготовку, дроны и множество других дисциплин, потому что наша задача – убивать врагов, массово убивать. Но, невзирая на недостаток времени, мы делаем, что можем.
Со своей стороны ребята тренируются кропотливо, упорно, очень тщательно, вы сами это видели. Быстро, четко, грамотно все сделано, без каких-то значимых ошибок, и это очень хорошо. Ну и в завершение скажу, самопомощь – основа всего. Пока до тебя товарищи доберутся, 10 раз вытечь можно при ранении. Соответственно, мы в первую очередь тренируем бойцов. Каждый боец, индивидуальная боевая единица сам по себе может работать и выполнить задачу, даже будучи один, любую. В общем, так и должно быть. А потом уже из этих твердых кристалликов, как сталь, рождается огромный непобедимый меч, которым мы отрубим голову всем гидрам мира, которые к нам приперлись. Соответственно, о военных дисциплинах подробно говорить не буду, которые мы здесь проходим, но мы понимаем, какой воин нужен, и мы готовим воинов по самым современным лекалам войны. Важным элементом подготовки медицинской и боевой в целом является работа в ночных условиях. Основная деятельность боевая сейчас все больше смещается в ночь, потому что это позволяет уменьшить воздействие беспилотников, артиллерии, позволяет скрыть свои действия от противника. И поэтому подразделение нужно обязательно готовить работу в таких условиях. Снабжать ночниками, обучать ими пользоваться. Вот, соответственно, это то, что вы видите сейчас, это момент отработки оказания медицинской помощи раненому в условиях плохой видимости ночью в приборах ночного видения. Телевизор народ смотрит каждый день, как футбольный матч, кто сколько кому баллов забил. А кто из вас, дорогие слушатели, хоть раз в день сказал: «Господи, даруй победу воинству православному». Не смотрите телевизор, там ложи сатанизм. Молитесь о даровании победы русскому воинству. И я много читал о Второй мировой войне, Первой мировой. Среди прочего многого, что читал, мне запомнилось. У нас были времена безбожия, в годы Второй мировой. И вот у одной матери было 7 сыновей. И они все вернулись с фронта, ни разу не убитые, не раненые, все в наградах. И начали хвастаться, какие они молодцы, плохо говорить о Боге. Мать вышла к ним, вышла в другую комнату, переоделась, вышла к ним. У нее было платье, на котором на коленях были дыры. Она говорит: я каждый день на коленях и каждую ночь вымаливала вас у Бога. Только поэтому вы такие целые вернулись. Дорогие мои, пожалуйста, возьмите себе за пример эту благочестивую и мудрую женщину. Мы побеждаем прежде всего милостью Божьей. Милость Божия выпрашивается с соблюдением Божьих заповедей и проживанием в Духе Божьем. Пора нашему народу отвернуться от презренной, крайне неправильной жизни. Та ситуация, что сейчас то ли миллион, то ли два аборта в год, это категорически нестерпимо, этого не должно быть. Откуда возьмутся Жуков и Рокоссовский, откуда возьмутся талантливые ученые, инженеры, работники, если убивать всех в чреве? Безумцы, нам нужно много православных воинов и много матерей и жен православных воинов. Или наш народ исправится и прекратит такое безумие, или, подобно филистимлянам и целому ряду других народов, ветер развеет прах и ничего не останется. Нельзя говорить, что мы в Боге, и совершать такие злодеяния, в частности, убийство беззащитных младенцев. Задумайтесь, пожалуйста, дорогие мои. Да, я бы хотел еще добавить о пользе веры, и как вообще люди порой обретают веру на поле боя, как это влияет на их сознание. У меня был такой интересный пример. Мне довелось быть на Донбассе, в Широкино, там, деревня, да, это, по-моему, такая уже, ну, там был добровольческий отряд. А я приехал туда с гуманитарной миссией, и в этом отряде служил мой товарищ. Мы с ним вместе в спортзале там занимаемся, ну, на гражданской жизни. А накануне связались с ним, он попросил, когда я там буду, чтобы я его крестил в этом храме. Вернее, ну, в храме, который там у них, в этом селе находится. Я туда приехал специально ради этого. Меня что поразило, ну, храм уцелевший, нижний храм был азовцами загаженный, а верхний они там свастику нарисовали, ребята уже, наши бойцы, потом все это закрасили. И вот я приехал туда, значит, он пришел, и разговорились, и он рассказывает, говорит: знаешь, я когда учился на историческом факультете, он писал там работу о преподобном Сергии. И вот как интересно сложилось, что он крестился потом в храме, вот этот храм был в честь преподобного Сергия. Вот такое совпадение, и он, я, говорит, давно уже размышлял об этом. Вот, и вот только тут вот, ну, созрел, понял, что это мне действительно необходимо. И вот я в этом храме его крестил, и потом еще ребята пришли, меня что там поразило. Все в чистоте, убрано. Заходишь, и там, ну, где вот канон, там, куда за упокой, ну, и вообще вот пожертвования продуктовые ставят, там солдатские пайки, банка огромная стояла такая с деньгами там. То есть, ну, бойцы заходят, это бросают. То есть, ну, видимо, местные, может, заходят, потом берут для себя, для своих каких-то личных нужд, или, не знаю, там они, может, надеялись, там еще как-то отремонтируют что-то. Ну, вот
Меня вот этот момент впечатлил очень сильно. И вот в плане того, насколько вера важна. И мне один там рассказывает, я, говорит, в храм захожу, как будто домой приезжаю. Ну, то есть, чисто, понимаете, выходить из стрессового состояния боевого. Вот люди через храм могут. Ну, я так понял, что они для себя, вот храм, как некую такую отдушину и возможность выйти вот из этого стресса боевого. И с такой любовью там все было организовано у них. Меня это очень поразило. Я стоял там, какие-то свечи у меня были, ладно, что-то еще стоял. Они еще там немножко позадержались, а мне уже надо было уезжать спешно. Я крестил одного, второго там. И они бегут, бегут, ну, чтобы взять благословение на воды, чтобы я их покрыл. Значит, смотрите, мы уже с вами отрабатывали на базовом курсе алгоритм действий. Помните? А то есть, четверка движется по очереди. Первого подстрелили, группа рассыпалась, огонь, дымы, вытащили его. Уклад це 300-й. Єсть! Четвертий! Отход! Держу! Какой бы ты подготовленный и крутой человек не был, всегда бывает ситуация, когда ты доходишь до самой грани. Боевой момент такой. Происходит испытание всех душевных, физических твоих сил на пределе. Вот в этот момент, если у тебя есть Всевышний, ты обращаешься к нему, и он твои силы удесятеряет. Мне в этом плане очень жаль атеистов. Люди сами лишают себе божественной помощи. И сколько знал, вот набежаются на меня, почему мы атеистов не берем в отряд. Не считая того, что они часто ведут себя агрессивно и мешают управлению наших религиозных ритуалов. Зачем нам нужно? Он получит замечание прикладом в челюсть от кого-нибудь сослуживцев. А мне потом оказывают ему медицинскую помощь. Я ленивый, я не люблю. Так вот, важный момент другой. Сколько я знал атеистов, когда наступает такой предел, они рано или поздно ломаются. Потому что силы человека конечны. Безграничен в своих возможностях, только Бог. Они сами закрывают себя для помощи ему. Я что-то сейчас вспомнил, у меня много всякого было. Вспомнился эпизод, когда мы позиции в одном лесу держали. И нас осталось 7 человек. Я это хорошо помню. Я надиктовал. Я надиктовал на телефон супруге послание. О том, что не было еще такого позора, чтобы я оставил позицию. Связи не было, просто думал, вдруг телефон, телефон передал с посыльным. И решил, что с этого места мы не уйдем. Кто хотел из этих семи, мог уйти, но никто не ушел, мы остались удерживать позицию. И вот я помню, когда наш пулеметчик Мурманск скомандовал пехота с фронта. Это было очень интересно. Мурманску, Старому, Ишиму и всем, кто был там, привет, ребята. Я уверен, что вы рано или поздно услышите. Вот когда наступает такой момент, что ты понимаешь, что здесь, сейчас ты умрешь, очень важно знать, зачем ты это делаешь, почему. И очень важно иметь что-то гораздо большее, чем ты сам, чем свои дети, чем твоя жена, чем твои близкие. А то сразу начинается, да, ой, кто о них позаботится, я убегу в тыл, пускай кто-то другой умирает за меня, нет. На войну воин идет для того, чтобы переступить через самого себя, преодолеть себя, потом еще раз переступить. И так раз за разом. Один из первых моих учителей в военном деле,
очень хороший специалист. Он сказал: увидишь смерть, иди прямо на нее. Она улыбнется и отступит. Побежишь, догонит и разорвет. Для того, чтобы каждый раз идти на смерть с улыбкой, надо иметь очень сильную веру в правоту своего дела. А вера – это то, чем стоит наш народ. Вера, Бог и Родина – это для нас синонимы. Вот я по поводу того, что дает вера в Бога на войне. Дорогие мои, в довершение все будет очень просто. Кто хочет настоящим образом, надлежащим, научиться военному делу и послужить Отечеству на полную катушку, приглашаем к нам. Жалование, как и везде, ни больше, ни меньше. Каких-то страшных выплат дополнительных к жалованию не будет. И вообще, кто за деньгами, те не к нам. К нам те, кто пришел для того, чтобы расписаться на руинах Вашингтона. Через 5 лет, через 10, сколько надо будет. Дойти туда живым, здоровым, убить последних тварей, которые будут там обороняться, и написать на руинах Вашингтона: дошли, дата и подпись. Но в довершение скажу кратко. Мы когда берем какой-то город, мы не пишем своих имен. Это некрасиво. Мы пишем: город наш родной. Во многих городах есть надпись: Горловка, это мой город. Я очень надеюсь, что Божьей милостью я напишу Горловка на том, что останется от Пентагона, на том, что останется от Вашингтона и на том, что останется от Биг Тауэра. Современная война – это очень высокотехнологичное занятие, требует самого современного оружия, снаряжения, экипировки, стоит все это очень дорого. Нам многие люди помогают, вот им реально земной поклон. Если бы не их помощь, я не знаю, как плохо было бы, а так очень хорошо. Но всегда есть к чему стремиться, и всегда надо над многим работать, новым. Соответственно, кто сам не готов стать в строй, либо тем более является женщиной, пока не дошло до такого, чтобы женщинам воевать нужно было. Если вы сможете оказать материальную поддержку нашему подразделению деньгами, транспортом, оборудованием, то это вы не нам помогаете, это вы себе помогаете. Потому что единственное, что отделяет ваше горло от ножа всех этих тварей, и восточных, и западных, это грудь русского солдата, который вас прикрывает. Не станет нас, быстро не станет и вас всех. Поэтому, кто сможет помочь, будем признательны, естественно. Но вы не нам поможете, вы себе поможете, дорогие мои. И второе, рука дающего да не оскудеет. Благодарю всех за внимание. Настоящие мужчины, рады будем вас видеть в нашем отряде. Настоящие женщины, поддержите своих мужчин. Народ и армия едины, вместе к победе. Работаем, братья.